26 августа наш город с официальным визитом посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. Основная цель – заседание правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте «Северная». По окончании синклита состоялся пресс-подход для работников средств массовой информации. Мы подвели итоги по работе, проделанной по помощи семьям погибших и пострадавших шахтеров в результате аварии в феврале. На шахте «Северная» здесь, в Иркуте, констатировали, что все основные социальные обязательства выполнены. Оставшиеся выплаты, прежде всего, по страховой линии, будут осуществляться по итогам сбора необходимых документов, но это уже буквально единичные случаи, которые держатся на контроле и в полном объеме будут завершены. Все действия будут осуществлены, всем семьям будет оказана помощь в соответствии с законодательством, а также дополнительные выплаты будут сделаны по решениям и руководства компании, и региона. Приоритетным был вопрос трудоустройства работников шахты «Северная» после аварии. Практически полностью завершена работа по трудоустройству и шахтеров, работавших здесь на шахте «Северная», и членов семей, которые в этом нуждаются. Несколько сотен человек уже трудоустроено, часть работает здесь по ликвидации последствий аварии, часть устроена на другие предприятия, другие шахты компании, часть перешла на другие виды работ. Те несколько человек, которые пока не работают, либо находятся на лечении, либо пока не приняли решение, где именно они хотят работать, этот вопрос также держится на особом контроле. Один из наиболее значимых вопросов касался определения причин аварии на шахте «Северная» и есть ли виновные этой трагедии. Сегодня следственные действия еще ведутся, в том числе на основе завершенного технического расследования Ростехнадзором. Основные выводы были озвучены уже руководителем Ростехнадзора под камерой, что называется, присутствие средств массовой информации. Подчеркну, все выводы, которые сделаны, являются вероятными версиями произошедших событий. Достоверно о единственной причине того, что произошло, судить невозможно из-за нынешнего состояния шахты. Тем не менее, у нас есть понимание, что все эти версии, все до одной, связаны в том числе и с отдельными нарушениями отдельных должностных лиц. И следственные органы, я уверен, это примут во внимание. Уже сейчас по линии Ростехнадзора осуществляется процесс дисквалификации отдельных лиц, либо наложение административных санкций. Повторяю, уголовное преследование находится в компетенции других органов. Это дело продолжается. На вопрос о том, как сказалась авария на шахте «Северная» на общей работе компании «Воркутауголь», ответил генеральный директор акционерного общества «Северсталь» Вадим Ларин. Авария, трагедия, произошедшая на «Северной» в феврале, это очень большой, очень сильный удар для всей компании «Воркутауголь», более того, для всей «Северстали». Но в то же время я хочу сказать, что и «Воркутауголь», и «Северсталь» находят в себе силы этот удар пережить, работать дальше, правильные уроки извлекать из того, что произошло, в первую очередь в плане безопасности для всех остальных шахт. Да, «Воркутауголь» в этом году, в следующем году из предприятия прибыльного превратилось в предприятие убыточное. Но мы уверены, убеждены, что это явление временное, и при помощи всей большой компании «Северсталь Воркута» этот непростой период переживет. Такие уже были в прошлом периоде, мы их переживали, и станет стабильной, долгосрочной компанией, и в этом у меня никаких сомнений нет. Не остался в стороне и чисто экономический вопрос, связанный с аварией на шахте «Северная», на который ответил временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Сергей Гапликов. Есть определенная категория налогов, которые уплачиваются, именно местные налоги, связанные с выплатой заработной платы. И в этой части я могу сказать и благодарен «Воркутиуголь» тем, что максимально быстро приняли все необходимые решения. Сегодня люди получают соответствующее возмещение и за свою работу на других шахтах, и за вынужденный простой, и за тех, кто сегодня восстанавливает шахту здесь непосредственно на «Северной». Все, что касается, конечно, падения объемов, они есть, имеются, но они не столь существенны в целом показателям по региону в рамках регионального внутреннего продукта. До сих пор открытым остается вопрос, будет ли восстанавливаться шахта «Северная» для дальнейшей добычи угля. Но это дело времени. Вячеслав Ирин, Денис Кораблев, ТВ «Гало», Воркута.